Кто-то говорит, что наш город идеально подходит для воспитания детей, а кто-то, наоборот, хочет отсюда уехать. Пойдемте спросим у саровчан, за что они любят наш город. Наш город самый лучший, по крайней мере, в этой стране. А чем? Ну чем, мы живем здесь как за пазухой, как говорится, у Бога. Чистота, красота. Он маленький, тихий, красивый. Ну, да. Тихий, спокойный, чистый. Да, в лесу, да. Чисто, красиво. Я люблю наш город за то, что тут очень много зелени, очень много парков. Ну, не знаю, гулять можно где-то. Ну, если вот со стороны, ну, как школьника сказать, то я очень люблю город за то, что здесь много возможностей, можно себя реализовать в разных коллективах, кружках. Ну, и вот так. Не знаю, красивый и тихий. За зелень любите? Ее меньше стало в последнее время. Люблю. А скажите, может быть, какие-то достопримечательности вам нравятся больше всего? Висячий мост. Наверное, единственная достопримечательность, которая вот все время в голове. За красоту, за любовь к народу. Достопримечательности у нас хорошие, святые места есть у нас, музей. Я люблю наш город за то, что он есть, за хороших людей и за то, что я тут развиваюсь и живу. За деньги, которые нам дают. Так, а еще? Ну, довольно чисто по сравнению с другими городами, наверное. Ну, то, что тут много друзей, много парков, аттракционов там и так далее. За то, что я здесь родилась и тут моя родня. Я очень люблю этот город. За чистоту. За красоту, за памятники архитектурные, это самое главное, наверное. Я считаю, здесь лучше, чем как в других открытых городах. И все. Как бы все родные тут живут. Тихо, спокойно. Хорошо выращивать детей. Зелень. Особенно старый район. Друзья, опрос показал, что саровчане считают наш город самым лучшим и самым красивым. И я с ними в этом полностью согласна. Давайте беречь его вместе. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Константин Островский.